Всем привет! На связи Фанги Студио. Зимняя темнота оставляет нам все меньше дневного света, поэтому пора нам создавать ламповую атмосферу новогодних вечеров. Поэтому сегодня мы порисуем свечку и заодно поговорим о свечении. Поехали! Начнем по стандарту с дизайна, а именно с создания простенького силуэта. Свечка – это очень простой предмет, и в этом в какой-то мере состоит его сложность. А именно в том, что нам надо найти форму, которая сделает ее визуально интересной. Поэтому я буду стараться максимально избегать простых и ровных форм. Другими словами, если наш силуэт будет выглядеть как простой прямоугольник, это будет скучно. Поэтому ломайте, искривляйте форму и добавляйте наплывы и подтеки воска. Далее переходим к лайну и прорабатываем детализацию. Мы преследуем всю ту же цель, а именно визуальный интерес. Поэтому сейчас основная работа состоит в продумывании композиции подтеков. В основном они будут сосредоточены вверху, так как там воск течет больше всего. Сосредотачиваем там наиболее крупные капли, и как всегда в казуале мы действуем по схеме больше по размеру, меньше по количеству. Вторыми по значимости будут наплывы внизу, чтобы сформировать основание. И в процессе можно добавить совсем немного более мелких капель. Распределяйте их равномерно, чтобы подтеки не оказались скучкованными в одном месте. Далее пером мы делаем контур для подложки. В нашем случае свеча четко делится на части, поэтому для верхушки я создам отдельный контур, чтобы в дальнейшем с верхними подтеками было работать проще, не волнуясь о краях и аккуратности. И заливаю все базовым цветом. Начинаем работать с оттенками. Здесь ключевую роль играет теплохолодность и плавные градиенты. Заодно мы с вами поговорим про такое интересное явление, как подповерхностное рассеивание. Итак, пламя свечи само по себе является источником света, причем теплого. Поэтому растяжка цвета по свече будет идти от ненасыщенных холодных внизу, где света меньше всего, к насыщенным теплым желтым и оранжевым наверху. И чем ближе к пламени, тем будет еще и светлее. Смотрите, что происходит. Получается, что в середине, там, где по идее у обычного цилиндра должна быть тень и полутень, у нас свет. Почему так? Как раз из-за подповерхностного рассеивания. Это когда материал предмета в той или иной мере способен пропускать через себя свет. Самый наглядный пример – это когда вы фонариком светите сквозь руку или когда на ярком свету загораются уши. К таким материалам относится и воск, который будет пропускать через себя свет от пламени, и причем чем ближе к этому пламени, тем будет свет больше и ярче. Оставим пока основную часть и подтянем расплавленную верхушку. Здесь тоже влияет подповерхностное рассеивание. И по идее мы должны распределять цвета точно так же, но здесь я это делаю намного менее интенсивно. То есть капли у нас не горят, как серединка свечи, а наоборот, она больше похожа на то, что мы видим к низу. Почему? Потому что здесь большая плотность воска. Чем больше плотность, тем хуже проходит свет. Капли толстые, и свету намного сложнее пробиваться через них, чем через тонкие стенки свечи. Если мы посмотрим на вот этот вот пример, то увидим что-то вроде светового ореола, который чем дальше от края, тем свет все больше и больше слабеет. И именно потому, что чем дальше от поверхности, тем больше плотность материала и тем сложнее свету проникать внутрь. Заодно по границе подтеков мы получаем еще и классный контраст, который притягивает взгляд к этой фокусной точке. Таким образом, база свечки у нас готова, и теперь мы будем уточнять. Мы еще не трогали как таковой объем. Самое время поработать с тенями, особенно внизу, где свет и объем работают как обычно. Поэтому берем цвет тени и прорабатываем собственную тень наплывов внизу. Я работаю мягкой кистью небольшого диаметра. Проходимся по всем наплывам и каплям, а также добавим немножко собственной тени на цилиндр, чтобы закрутить форму. То же самое мы делаем с верхней частью. Капли – это видоизмененные шары, поэтому строим их светотень соответственно. Добавляем каплям собственную тень и холодный рефлекс от окружения. Хотя свеча сама по себе источник света, как мы говорили, но на нее также влияет и отраженный свет, то есть она все равно находится в каком-то окружении, и оно на нее влияет, поэтому об этом обязательно помним. Отлично, теперь возвращаемся к светам. Если мы чувствуем, что свет не дотягивает, то нам помогут режимы наложения. Я стремлюсь усилить центральную часть по яркости и насыщенности, чтобы создать еще больше контраста с верхними каплями.
И работаем мы отдельным слоем с мягкой кистью, причем это мы делаем очень-очень аккуратно, лишь понемногу наращивая. В противном случае у вас получится что-то вроде этого, что будет выглядеть очень неестественно. Поэтому плавно растягиваю теплые цвета и уменьшаю прозрачность всего слоя в целом. В самом центре, вверху, где у нас будет пламя, там максимально стараюсь увеличивать контраст. Добавляю светлый желтый. Чем ближе к центру, тем больше по тону мы приближаемся к белому. Но до белого мы не доходим. Фокус свечения в том, чтобы у нас получался плавный градиент от холодного к теплому, от темного к светлому и почти белому в самом центре света. Дело осталось за малым. Рендерю форму кромок вверху жесткой кистью и использую здесь близлежащие цвета. А также по всей свечке делаю уточнение формы тенями, контурным светом и бликами. Если цвет все еще кажется скучноватым, можно также добавить разнообразие режимами наложения. Я здесь вкинула немного фиолетовых оттенков через режим Hard Light. И у нас осталось пламя. В нашем случае делаем пламя стилизованное, но принцип справедлив для любого, в том числе реалистичного пламени. Сначала мы сделаем форму. Рисуем примерно силуэт и скорректируем его ластиком. Для эффектности можно добавить различные всполохи и разрывы в пламени, а чтобы эти всполохи не казались слишком жесткими, кончики можно немножко размыть при помощи инструмента палец. Наносим базовый цвет. Следите за движениями бегунка по цветовому кругу. В качестве базы я беру средний по тону насыщенный оранжевый. Далее перемещаюсь на максимальную светлоту, и чем ближе к центру, тем больше теперь я буду двигаться в сторону желтого. А когда я уже больше не смогу двигаться в сторону желтого, не уходя в зеленый, я начну двигаться уже вверх по тону, не меняя цвета. И самое светлое у нас будет точка там, где будет край фитиля, то есть по тону это будет самый светлый участок. Далее усилим свечение через стили слоя. Выбираем стиль Outer Glow, то есть внешнее свечение, и подбираем цвет и диапазон. Чтобы его подкрасить, мы отделим эффект на отдельный слой через вкладку Layer, Create Layer. Далее мы блокируем и подкрашиваем нужными цветами. Последними штрихами мы дорисовываем фитилек, последние коррекции цветов корректирующими слоями и бахнем немного ауры на фон, и наша свечка готова. Всех с наступающими праздниками и до встречи в новом году. Оставайтесь на связи.